Друзья, всем приветики! Как вы поняли, мне пришел магнитный планер на холодильник. Он очень красивый. Я так понимаю, что это какой-то известный дизайнер планеров в Турции. Mia Design. Вот Mia Design. Ну, коробка уже какая-то такая видавшая виды, если честно. Но не в этом дело. Главное, что он такой классный. И главное, что он не очень большой. Так, я снимаю вообще его или нет? Он очень, не очень большой, классный, и для тех, у кого проблемы с фантазией, что готовить каждый день, можно сюда записать предполагаемое меню. Да? Не обязательно прям придерживаться написанного меню, как мне кажется, можно просто написать варианты завтраков. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Кстати, в Турции неделя начинается с понедельника. Я знаю, что в английском языке, например, неделя начинается с воскресенья. Здесь с понедельника. Дизайн, правда, красивый, очень качественная штучка. Я так понимаю, что сама по себе она не магнитится, но она магнитится вот на этих вот штучках. Прикольно, мне очень понравилось. Я оставлю вам ссылку, но это был Trend Yol. Я видела такие на AliExpress. Я вам оставлю ссылку на AliExpress. Не точно такие, но тоже очень классные. И фломастер входит в комплект, стирающийся фломастер. Но вообще такой фломастер купить не проблема. Они продаются на каждом шагу. Это, по идее, вообще школьные фломастеры для биостахта называется. Биостахта – это белая доска. Вот, пошла клеить. Для начала, наверное, не мешало бы меню разработать, но я все равно пока пойду примерю на холодильник. Есть, кстати, такие меню и в офис. Меню, простите. Вот кто о чем обшивы про баню? Да, Маша про еду. Есть такие штуки в офис. Планеры, не штуки. Давайте правильно говорить. Планеры есть такие в офис. Есть на месяц, есть на год. В офис они просто, вот просто расчерченные. Мы же не меню пишем, а список дел в офисе, правильно? Я об этом узнала у турецких блогеров, турецкоговорящих. Короче говоря, оказалось, что эта доска, она полностью магнитная, она сама липнет к холодильнику. Вот эти штучки, шпунтики магнитные, просто для красоты. Вот смотрите, как это все выглядит. Размер, ну такой средний, не огромный. И вот этот вот калем, фломастер, он липнет к холодильнику. Ну не липнет, магнитится. Класс. Класс. Посмотрите, как красиво. Мне очень нравится. У меня от домохозяйства головного мозга, девчонки. Друзья, всем большой привет. Добро пожаловать в мой влог. У меня начинается влогмас, да, так это нужно говорить, когда в декабре влоги у блогеров выходят каждый день. Такая вот есть ютубовская традиция. Итак, сегодня у нас пятница, крайний день перед полным локдауном на 2 дня, перед выходными. Значит, сегодняшние планы, как следует находиться, разогнать кровь. Сегодня даже муж пораньше придет с работы, потому что нам нужно запасаться, угадайте чем, едой на целых 2 дня. Но мы подойдем к этому разумно, разумно, потому что вот эта паника небольшая, что нельзя будет выйти. Кстати, я не совсем поняла, можно будет купить что-то или нельзя будет купить что-то? По-моему, все-таки магазины некоторые работают. Вот этот вот вопрос остается открытым, потому что как-то очень мало разъяснений, постоянно вносят какие-то изменения, постоянно какие-то новые объявления. Я уже запуталась, все уже запутались. У меня, кстати, есть такое приложение Moovit, оно показывает маршруты автобусов по Адане и метро. Вот оно мне выдало сейчас обратный отсчет. Там такие часики тикают до полного локдауна. Это немножечко пугает, если честно. Ну да ладно, сейчас я пойду с вами на улицу дышать свежим воздухом. Кое-куда зайду в пару магазинчиков, как это часто у меня бывает. Я же просто так не могу ходить. Мне нужно ходить с определенными целями, а именно обязательно тратить деньги. Да, это, наверное, не знаю, хорошо это плохо или плохо, но я так обычно делаю. Так вот, значит, вчера я провела с вами прямой эфир. Помните, вам рассказывала, ну, кто смотрел, что я буду лепить пельмешки. Пельмешки ни разу в жизни не лепила, честно говоря, ну, до переезда в Турцию. А тут возникла такая необходимость, потому что здесь не продавали готовые пельмени. И, честно говоря, вот готовые, они ничего, вкусненькие такие, но вот они недавно появились.
Но вот моя какая-то упертость внутренняя, мой внутренний телец сказал, надо научиться самой это делать. Не знаю почему, наверное, потому что у меня с первого раза это не получилось. С тестом у меня вообще какая-то такая проблема. Вот, и вчера, значит, я замесила заварное тесто, оно очень классное, кстати, совсем не липнет к рукам. Первые 20 штук мне дались достаточно тяжело. И делала я их очень долго, честно признаюсь. И в итоге я поняла, что сейчас придет голодный муж. Надо что-то как-то выходить из ситуации. Да, ну, в принципе, он наелся бы пельмешками, но у меня еще куча фарша, куча теста. Я решила из этого теста сделать чебуреки. Чебурек вообще по-турецки, в дословном переводе, это сырой пирог. Мужу очень понравились чебуреки, но ужин у нас был гипер, как сказать, калорийный, жирный. В общем, это была катастрофа. Поэтому сегодня нужно обязательно походить. Сегодня у меня аромат Каролина Эррера Good Girl. Очень интересный аромат. Тяжелый, сочный, там миллиард нот. Посмотрите в пирамидку. Я первый раз такое встречаю, чтобы было так много нот, если честно. Упаковка, ну не упаковка, бутылочка, да, пошловато. Не знаю, удачно или нет. Я такие бутылочки, если честно, не люблю, потому что, ну, в данном случае она вот все время так вот открывается. Неудобно. Я ее не ставлю на видное место. Ну, пошло. Мне кажется, это не стильно. Но аромат вполне себе очень даже, мне кажется, достойный. Вы меня спрашиваете по поводу обзоров на новые парфюмы. У меня нет новых парфюмов, потому что в этом году я не была у себя на родине. В основном что-то новенькое я беру у себя на родине, потому что здесь у нас невыгодно брать иностранные парфюмы. На родине у меня есть скидочные карточки. Ну, здесь тоже бывают скидки, в принципе. Но у нас в Адане как-то не все бренды представлены, это во-первых. И знаете, как-то вот когда заходишь в магазин парфюмерный здесь, ты не можешь затеряться в нем. Вот тебя обязательно будет преследовать консультант. Он тебе будет что-то предлагать и спрашивать, что ты хочешь, что конкретно ты хочешь, скажи мне, и я тебе это предложу. Ну, они, видимо, имеют процент с продаж, и я очень напрягаюсь по этому поводу, потому что я не знаю, что я хочу, мне нравится просто ходить и нюхать, а здесь вот это как-то вот у нас в Бойнере достаточно напряжно происходит. Поэтому я как-то вот расслабленно хочу этим заняться у себя на родине. И я, кстати, не считаю себя парфманьяком. Знаете, парфманьяки имеют, мне кажется, по 100 флаконов, имеют парфюмерные шкафы, знают историю брендов. Я, наверное, просто нюхач. Я любитель нюхать, любитель пользоваться, любитель на себя что-то интересненькое наносить. Я даже кондиционеры для белья турецкие очень люблю, тоже выбираю по 2 часа. В Турции очень такие яркие отдушки ко всем бытовым средствам присутствуют. Поэтому я, наверное, просто нюхач. Когда ты говоришь, что ты парфманьяк, ты должна соответствовать, да? А я вот не соответствую, понимаете? Потому что я просто нюхач. Вот так вот выглядит переезд в Турцию, чтобы не мучить лифт. Вы посмотрите, у нас все еще цветут розы. Не так много, но цветут. Еще желтые и белые. Девчонки, не верьте туркам на красивых автомобилях. Видите, у нас есть здесь Арач Кералама. Вы можете арендовать машину. Здесь раньше стояла тачка. Очень красивая BMW голубого цвета с откидным верхом. Ну супер. Вот, ее, видимо, забрали. Вот так вот это все решается. Можно арендовать как машину подороже, так и подешевле. Ну, кто-то, наверное, на свадьбу арендует, я так понимаю. Кто-то девчонок покатать. У всех, наверное, свои цели. В магазине Sonara наткнулась вот на такие вот странные часы. Вообще, на что это похоже? Какие-то в детскую комнату. Ну и как обычно по посудке прошлась. Люблю я разглядывать посуду. Не могу сказать, что люблю ее часто менять, но вот разглядывать очень люблю. И любимец всех турецких блогеров Мадам Коко и English Home. Два любимых магазина для дома. Но честно признаться, я к магазинам для дома тоже охладела, потому что ну, невозможно уже все скупать, нужно остановиться. И мой фаворит, конечно, был English Home, Мадам Коко.
второй по номеру, но в Мадам Куко есть неплохая посуда. Вот смотрите, какое милашество, какие вот эти баночки, скляночки и молочник. Я вот тут колебаюсь между молочником с цветочками и молочником гладеньким, да, это же ведь серьезная проблема. Как вы думаете, угадаете, какой я возьму? Вот сейчас прям напишите, какой я взяла, а в конце видео вы узнаете, какой молочник я взяла. Зашла в LC Waikiki, здесь представлена новогодняя концепция, такой вот уголок с подарками. Очень вкусно пахнущие свечки, не знаю, насколько стойкие, но мне больше всего понравилась та, что с ванилью. Я перенюхала все, даже через маску они неплохо пахнут. Ну и пахучки для дома. Я сдержалась, ничего не взяла, хотя был огромный соблазн. Видите, вот такие вот шопперы, которые актуальны сейчас. Сейчас все берегут окружающую среду, снижают потребление пластика. Но они все новогодние, как бы летом. Я думаю, что это будет выглядеть странно. Еще я хотела бы купить новогодние свитера. Но в прошлом году были точно такие же свитера, кстати. По-моему, даже такие же рисунки. И в позапрошлом тоже. Я их так пощупала, покрутила. Они все синтетические, ничего не взяла. А это уже буалар. Здесь девчонки наряжают елку. Я не стала прям впритык их снимать. Но вот здесь тоже представлена новогодняя концепция. Может быть, менее интересная, чем в Айкике, но тем не менее, видите. Солнце, апельсины, зелень и елка. Так, моя любимая колония Ребул. В подарок, кстати, вы можете привезти вот такую вот, видите, она в таком османском стиле, очень красивая. А вот это моя любимая, но нет моего любимого цветка. Я любила с белыми цветами. И, естественно, опять по посудке, вот обратите внимание, что все какое-то микроразмера, видите, все соусники, наборы для завтрака, все это обожают турчанки. Вот эти все вот маленькие-маленькие плошечки, которые они потом перемывают, стаканчики, микростаканчики. Чем чаще к тебе подойдет хозяйка с чайником, тем, значит, больше внимания на тебя окажет. Кофейные чашечки, тоже целое искусство. Смотрите, какие разные, интересные. Я даже не знаю, какие бы я выбрала. Я все-таки придерживаюсь мнения, что надо брать обычные. А это под эпоксидную смолу. Надеюсь, правильно я сказала, название произнесла. Но это была просто печать. И огромный выбор турок. У меня обычная вот такая вот турка. Для турецкого кофе. Я в ней варю турецкий кофе. И вот такие вот традиционные соусницы. У них еще можно жарить яйца, но все-таки, мне кажется, удобнее брать что-то с антипригарным покрытием, хотя они очень красивые и часто используются в турецких ресторанах. Можно еще взять такую вот турку. Еще часто используют кастрюли из стекла. Это очень эстетично, но мне кажется, это очень непрактично и неудобно. Ну и, собственно, бардаки, так называемые турецкие чашечки, стаканчики для чая. Ну, посмотрите, это произведение искусства. Нет, абсолютно непрактично, но очень красиво. Турчанки любят хвалиться своими предметами быта. А это соленья из свеклы. В Турции делают соленья из свеклы. Я сегодня на ужин готовим пасту с креветками. У меня креветки были замороженные, очищенные. Очень легко все готовится. Значит, сначала делаем соус. Лук обжариваем, обжариваем чеснок. И почищенный помидор мелко режем. Вот такой соус. Потом кладем креветки. Эти креветки, они уже готовые на самом деле. Чуть-чуть петрушечки. И сейчас я добавлю сливок. Такая вот аппетитная жидкость у нас получилась. Специи добавляем по вкусу. Кто-то добавляет орегано, кто-то перец. Я добавила черный перец и соль. Я не люблю, когда очень много специй. У нас и так ароматное блюдо. Правильнее спагетти не промывать. Таким образом они лучше впитывают соус. Купила вот такие вот интересные макарошки. Написано, конечно, кускус. На самом деле это просто макароны в форме кускуса. Написано тюрк будай. Будай — это пшеница, турецкая пшеница. Кто-нибудь, напишите мне, пожалуйста, есть ли какой-то особый способ приготовления в Турции вот такого вот кускуса. Я, в принципе, имею идею, как это приготовить, но мне было бы интересно послушать ваши рецепты. Большое спасибо. Купила в итоге молочник. Простой, обычный, чтобы не замыливал глаз. Потому что, знаете, все-таки все такое немножечко вычурное, с узорчиками, оно
сначала нравится, а потом оно страшно надоедает, и хочется его заменить. У меня, по крайней мере, так. Я никогда не понимала, кто пользуется молочниками, я сейчас поняла, потому что мы с мужем регулярно каждый вечер пьем фильтрованный кофе в салоне и ждем, пока он заварится. И, в общем, потом идем за молоком с пакетом молока, идем в салон опять. И проще, наверное, принести молока в молочнике. Это гораздо приятнее и эстетичнее. Вот такая вот подробность нашей личной жизни.